Ну, я тут только написала, что типа на всякий случай вам нельзя с собой пахнуть. Ну, я вчера тоже думала, что тут есть, и сейчас я пойду на клинику, потому что наступный прибынок центральный спортивный комплекс. Уважаемые жители Витебщины, санитарная технологическая служба области напоминает о важности вакцинопрофилактики коронавирусной инфекции. Вакцинация проводится в организации в штабах хранения и передвижных пунктов. Жители и гости Витебска вакцинируются в прививочных пунктах Маргарита Эксилова ежедневно от 11 до 19 часов всех вакцинирующих. Ты тронулся?